Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом. Точка. Чем больше человек любит себя, тем сильнее он зависит от мнения окружающих. Точка. Если бы ты видел, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал бы добиваться одобрения и похвалы людей. Точка. Если бы ты видел, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал бы добиваться одобрения и похвалы людей. Точка. Какая разница человек придумал Бога или наоборот, если все обман? Истинная ценность человека измеряется в тех вещах, к которым он стремится. Точка. Человека хорошего, благожелательного и искреннего можно узнать и по его глазам точка. Ни с кем не случается ничего такого, что не в силах было бы вынести точка. надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой точка. Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет точка. Если вас раздражает некий предмет, то виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нем. И в ваших силах изменить это суждение точка. Не смерти должен бояться человек, он должен бояться никогда не начать жить. Мечтайте о великом. Лишь великие мечты в силах затронуть людские души. Точка. Совершенство характера выражается в том, чтобы каждый день проводить как последний в жизни. Точка. нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. Точка. Должно быть время говорить и должно быть время молчать. Но не должно быть времени болтать. Точка. Безразлично, будешь ли ты наблюдать человеческую жизнь в течение 40 лет, лежи 10 тысяч лет. Ибо что увидишь ты нового? люди будут делать одно и то же, как ты не бейся, точка. Твои мысли становятся твоей жизнью, точка. Жизненная арифметика, минуты складываются в года, которые вычитаются из жизни, точка. Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним точка. Кто не исследует движение своих мыслей, не может быть счастлив точка. Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок. Точка. для счастливой жизни нужно совсем немного. Все дело в самом человеке, в его образе мышления. Точка. Проблема в том, что не рискуя, мы рискуем в сто раз больше. Точка.